Всем привет! Чтобы вы понимали, сейчас жуткий холодный ветер. Все, что мы говорим, ничего не слышно. Мы приехали в центр Москвы немного погулять и развеяться. Далее зайдем в одно очень специфическое место. Не переключайтесь и досмотрите видео до конца.
Возьми в руки его. Чтобы было понятно размер. Ну это какой-то соус. Угу. По запаху. Жестковато. А на мой взгляд еще и сыровато. Я же ничего не подхвачу. Ну, не знаю. Салмоне вот. А нельзя пойти попросить дожарить? Давай, нет, кроме кухни, что? Смелый мужчина. А у меня паста как каша. Паста как каша. Разваренная до ужаса. Просто. Ну как, тебе понравилось, как? Отвратительно. Паста переваренная, просто каша. Мясо туда Андрей вообще, на мой взгляд, показалось вообще сырым. Вот я смотрела на него, и мне прям не хотелось, чтобы ты его ел. Ты его съела. Ну это мне такое, ну по моим ощущениям. Ужасно невкусно. Вот прям невкусно. Даже чай. Обычный черный чай. Вообще никому не рекомендую.